Привет, друзья! Меня зовут Алексей Дмитриев, я шеф-сомелье и управляющий ресторана «Бинардакс». Привет, меня зовут Саша Йорс, я шеф-повар этого чудного места. И мы, наконец-то, снимаем первый выпуск нашего блога Number One from Gastro Brothers. Yeah. Give me. One, two, we go. Вот. Максимально хотим компактно, сочно, по сути, рассказывать о жизни нашего ресторана. Что-то вообще происходит, да, показать все. Да, у меня есть шикарный винный погреб. У меня есть кухня в андеграунде этого места. Ты ее назвал как? Это Urban Kitchen. Urban Kitchen. Одна из самых больших коллекций вина в Украине. И на самом деле это место, где мы очень хотим развиваться. И стараемся это делать каждый день. Именно об этом и мы будем снимать наш блог. В каждом эпизоде должна появляться какая-то клевая фишка. От меня о вине. Коротко, по сути. Я там стиля работы на кухне. Да? Ты рассказываешь продукты, технологии, вообще без проблем. Мы открыты на самом деле. Мы бы хотели от вас рекомендацию, что бы вы хотели видеть в следующий раз. Какие фишки от меня, мини-рассказы, да, какие от Саши. Ваши комментарии, ваши советы, мы обязательно это учтем. Может быть, даже будем в хаотичном порядке вытягивать и рассказывать. В конце каждого эпизода будет что? Будет немного хип-хопа. Немножко гастро-хип-хопа, не без этого. Это весело, это клево, это наш стиль. Опять же, мы также расскажем немного о нашей мечте. Мы мечтаем попасть в топ-100 Сан-Пеллегрино. Да, путь длинный, мы все понимаем. Но мы хотим это сделать вместе с вами, поэтому максимально открытый. Мы заводим этот гастрономический, вкусный поток приключений в нашем ресторане. Давайте сделаем это вместе. We do it. Yeah. Алексей Сом представляет на кухне у Йорза, зажигает Дарин Ван. Гастроблог запускаем наш вкусный поток. Саша Йорс представляет Underground Kitchen. Бернардац тут взрывает температура выше 300 градусов. Начинается нормальный кач. Привет, это хип-хап, yeah. Gastro Brothers, yo. Кстати, мне показалось, что первой интересной темой будет винные пробки. Для того, чтобы попробовать вино, нам нужно открыть бутылку. И мы все знаем, что они закрываются абсолютно разными пробками. Вот о них мы и поговорим в следующий раз. Готовы? Да, нет. Привет, друзья! Меня зовут Лёша Дмитриев. Это наш закупщик Олег из Долмар. Потише, ребята, идет съемка.